Приветствую вас, дорогие друзья! Вы, как всегда, на канале «Деревенская жизнь с нуля» в гостях у Елены. Сегодня 18 октября, и я занимаюсь последними консервациями. Это вот последние. Я буду сегодня закатывать вот такие черри. Они в бланжевом состоянии, то есть они вот-вот уже поспеют. Вот есть некоторые уже спелые, вот это виноград. Все эти сорта у меня есть на в каталогах, да, в контактах, все сорта, все, что я вам показываю сейчас, все, что показывала летом, все это у меня есть в контакте. Вот смотрите, с пушком. Очень красивые, и при том, что они еще и биколор. Смотрите, какие томатики шикарные. В общем, дорогие друзья, заказывайте. У меня все ссылочки есть, закреплены в комментарии. Первым комментарием, плюс еще под видео, так что заказывайте. Есть еще, конечно, ВКонтакте. Когда заходите ко мне ВКонтакте, ссылочка на мои контакты тоже есть в описании под видео. Переходите, и сразу на моей страничке перед вами будут все каталоги семян. Фото, там есть описание сорта. И в шапке сразу, как переходите, каталог семян томатов. В шапке сразу описывается, сколько семян и сколько стоит. Вот так. Значит, буду закатывать. Видите, они почти все спелые здесь. Я не беру томаты, которые не налились. То есть вот спелый томат, а вот такой же бланжевый. Или даже и не спелый. Главное для меня, чтобы он налился. Томаты, которые не налиты, вот, допустим, такого размера он должен быть, а он вот такого. Я его не беру. Это невкусно. Лично для меня. Значит, буду мариновать в банках. Как вот, знаете, в Советском Союзе получается. Ничего тут сложного нет. Любимые ваши приправы. 1 столовая ложка с верхом соли и 3 столовые ложки сахара. И в конце 1 столовая ложка 9% уксуса. Больше я ничего не добавляю. Все. Любимые приправы, какие хотите. Или просто укропчик, или хотите чеснок, все, что, вернее, петрушку, любую зелень, которая вам нравится. Чесночок тоже, кто-то добавляет, кто-то нет. В общем, вот так. И у меня еще есть подготовленные там пару ящиков для того, чтобы кушать оставила я. Вот этот поднос тоже для еды у меня остался. Зеленые томаты, это они не зеленые, а сорт такой. Вот такие шикарные томатики. Опа! Жалко. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй. Большой разбился. Ну ничего, скушаем его первым. Вот такие биколоровские томаты у меня на еду. Вот. И еще у меня на террасе, по-моему, 2 ящика. Да, 2 ящика, потому что я сейчас третий разбирала. Сегодня 18 октября, а у меня по-прежнему есть вкусняшки. Есть салаты здесь, там, еще кушаю салатик. Вот укропчик последний собрала перед там, вот, вернее, сзади, а впереди салатик. Остались пенечки, буду вырывать их. Все, на улице у нас уже пошли дожди. Здесь фаберлик готовится на обзор. Я вам обязательно сделаю обзор в следующем видео. Так что вот так, заказывайте. Все эти томаты есть у меня в каталогах. Так, для начала я что делаю? Для начала я делаю из вот таких красивых, бурых, твердых томатов, делаю томаты по-корейски. Вот так буду разрезать их на 4 части, ну, какие побольше, можно на 6. Значит, здесь я напишу рецепт в описании под видео. Здесь у меня заливка готовится из острого сладкого перца и из зелени, и еще из чеснока. Все это мы пропускаем, я там напишу вам все. И затем будем перекладывать вот эти вот дольки томатиков вот этой заливкой. В общем, я вам покажу и обязательно напишу под видео рецепт. Итак, значит, все, что касается маринада, все будет у вас написано в рецепте. Все я смешала, пропустила, добавила туда, естественно, и масло, сахар, уксус, соль. И вот этой заливкой слой томатов, слой заливки, слой томатов, слой заливки. Вот все, что и будет нужно для этих томатов. Посмотрите, внутри какие они. Вот эти томаты самые классные.
миколоровские, они просто... Дело в том, что для именно такого рецепта желательно томаты сделать именно такие. Ну, взять бланжевые томаты такие, которые не доспели. Смотрите, какие они классные. Чтобы они были твердые, вот такие тверденькие, тогда получается просто шикарная, шикарная консервация. Смотрите, какой он красавчик. Вот, так что, дорогие друзья, попробуйте этот рецепт. Я давно его не делала и надумала делать этому рецепту очень давно. У меня он появился. Я не помню, где я его взяла. Может, из журнала, может, кто-то дал. Вот. У меня есть еще один, я хотела его делать, но тот с заморочкой, а мне некогда. У нас на улице дожди, грязь такая, уже холодно. И надо очень много еще успеть в теплицах подготовить к следующему сезону. Поэтому я выбрала этот. Но этот очень вкусный, очень. У меня, видите, вот такой вот контейнер я купила. В видео расскажу, где я покупала их. Девочки и мальчики, хочу вам показать еще перчик. Я уже показывала вам. Это красный трехлопастый. Смотрите, какой он длинный. Какой классный перчик. Трехлопастый я его назвала, потому что тут некоторые четыре такие вот имеют. Ну, куб внизу. А некоторые имеют три. Вот, поэтому я так его назвала. Шикарный перчик, дорогие друзья. Вот я его как раз буду использовать в этой закуске. Шикарный. Вообще просто слов нет. Заказывайте. Вот такой вот он длинный, мясистый. Он и на гриле. И можно салаты делать. И, да все что угодно с ним. Вот я разрезаю вот на такие вот длинные лодочки. И фарширую, и в духовке запекаю. Затем к любому мясу, картофель, овощи, когда запекаете, вот так вот пару-тройку сверху кладу. И они запекаются вместе с картофелем. Картофель и мясо пропитывается соком, они вот сверху пропитываются соком, и получается вкуснятина, ведь перец это сам по себе приправа, так что заказывайте. Ну что ж, дорогие друзья, я все же решила показать вам перец, который можно использовать для этой закуски. Вот перед вами здесь идет змейка паприка, вот кружочками нарезать, вот так вот, такими вот красивыми, и острый, и красный. Вот именно он подойдет больше всего для этой закуски. Толщина сладкой паприки подходит толщине острого перца. И получается вот такая закуска. Вот. Это у меня змейка паприка, а это химото гараши. Друзья, это такой перец, я вам просто не передам, какой он вкусный. У него слегка-слегка просто, я не знаю, как нужно потом добиться того, чтобы почувствовать вот эту легенькую остроту этого перца. Он такой вкусный, допустим, его очень классно фаршировать различными сортами брынзы и сыров пикантных. Это настолько вкусно, всем советую. А паприка просто необыкновенная. Вот смотрите, я вот разрезала. Это я буду паприку сушить. А так, в принципе, только вот убирайте вот эту штучку и фаршируйте. Очень хорошо получается вот так раскрыть, сфаршировать. И потом вот так аккуратненько склеить. Вам просто проще будет. И вот так вот красивенько на тарелочку положить. Какой же вкусный этот перец. Я вам просто не передам. А... Очень хорошо получается, мы с девочками на гриле мясо жарили, потом раз вот так вот расставили, да, и чуть-чуть, раз, раз, какой же он вкусный, просто вам не передать. Так вот, это у меня химото гараши, а есть у меня еще шишито гараши, обязательно заходите в мои плейлисты, да, это каталоги, которые находятся в контактах, ссылочку я обязательно оставляю. Первым комментарием закрепляю в комментариях, плюс под видео в описании тоже есть ссылки. И плюс вы просто можете переходить, тоже есть ссылка на мои контакты, да, в контактах, моя страничка. Вы можете перейти, и там, как только перейдете, перед вами сразу находится мой каталог альбома из перца сладкого острова, томаты, экзотические сорта и томаты гномы. Вот, два вида томатов, два вида перца. Поэтому выбирайте, дорогие друзья, сорта самых лучших я поместила в свой альбом. Очень много. Вот просто отвечаю за все 100%. Очень много у меня осталось, которые я буду пересеивать.
в связи с этим годом жарким, да, они завязали. И неплохо, я вам показывала свои теплицы, но я самые лучшие, которые очень хорошо завязывались, именно их я внесла в каталог. На следующий год появятся еще новинки. А новинки гномов будет очень-очень много, так что подписывайтесь, я всех принимаю в контакты сейчас, ну, естественно, для того, чтобы заказывали семена и ну, там общались. Люди, которые просто добавляются ко мне в контакты и не общаются со мной, таких людей постепенно, потом, когда я понимаю, что это люди, как бы те, которые стоят на одном месте, да, мы не ведем с ним никакого контакта, я их просто убираю, я уже говорила про это. Сейчас я только успеваю добавлять, конечно же, наверное, уже 1500 добавили в связи с продажей семян. Поэтому добавляйтесь, я буду всех добавлять и заказывайте семена, пока есть возможность. Дорогие друзья, сейчас такие времена, что именно посадки нас спасут. Деревня, земля никогда нас не оставит голодными. А так, как вы понимаете, что семена теперь заказывать за границей где-то не получится. Поэтому, дорогие друзья, мне очень хочется не просто продать, мне очень хочется, чтобы вы не остались без семян. Я районировала у себя на участке, это средняя полоса России, Подмосковье, на северо-западе, дорогие друзья. Здесь они и районированы, все вам показывала, только ленивый не включит мой канал и не увидит все, что я показываю. Я не просто говорю, вот это все, вот этими руками выращено и с любовью собраны семена, и вам с любовью также будут упакованы и отправлены, чтобы они благополучно, с молитвой благополучно, чтобы они дошли до вас, дорогие друзья, дабы вы в следующем году имели вот такую вкуснятину и красоту. Так, ну, вот такая вкуснятина у меня получилась. У меня здесь 4 килограмма томатов, 2 порции. Я вам дам на одну порцию. Посмотрите, какая вкуснятина, какие краски, какой запах стоит. Посмотрите на эту приправу. Сладкий красный перец, чеснок, укроп, петрушка, сельдерей. Вкуснятина необыкновенная. Так, теперь все это как следует закрыть и убрать на 8 часов в холодильник. Или, ну, может быть, у кого есть, ну, бывает так, что есть холодные какие-то места. Ну, допустим, если вы в квартире на балкон, пока нет морозов. В общем, или же в холодильник. У меня специальное место. Мы подключили еще холодильник на террасе. Специальное место. Вы можете более спелые вперемешку сделать. Вернее, вперемешку сделать, а более спелые отдельно. Я вот, допустим, один рядочек здесь сделала прямо позеленее такие. Ну, вот уже вот-вот должны начинаться бланш. Бланшевое состояние, то есть спеть. Тоже люблю очень. Я немного делаю. Получается очень вкусно, дорогие друзья. Всем советую такую вкуснятину. Через 8 дней, через 8 часов все будет сделано. Все здесь смаринуется, все будет какое... Вы знаете, по-разному. Например, через 8 часов вы получите вкуснятину одного вкуса, то есть он не сильно, вот этот рецепт, смаринуется, прямо, чтобы совсем-совсем. Будет один вкус. На следующий день другой вкус, потом другой вкус. Вот это ведро у меня может стоять месяц-два, и всегда разный вкус, и просто необалденный. Конечно же, в большой семье это все быстро скушается. В моей поменьше семье, но ко мне скоро приедет подруга одна-вторая, и мы это скушаем. Так что и не задержится. Вот. Такие дела. Все, дорогие друзья, оставлю обязательно в описании под видео рецепт. Готовьте, пробуйте, вам это очень понравится. Вот я уверена на 100%, кто любит вот все по-корейски, очень-очень понравится. Всем привет, друзья! Это утро следующего дня. И здесь спит наша Манюня, наше черненькое пятнышко. Вот оно тут. Стригли мы газоны по краю. Уже есть кадры с видео, как я уже все это делала. Уборку сада. И показывала вам, как посадила тюльпаны. Артем, вот видите, как всегда, вот здесь вот мы стригли вместе с ним. Я газон, он поправлял вокруг цветов, вокруг цветников. И только помыли окна, и посмотрите с той стороны,
когда вот здесь вот стрижет, он этим триммером брызгает. И надо что-то предпринять, потому что в будущем здесь, если обобьется дом, то будет очень нехорошо. Но в будущем у нас же здесь будет навес, поэтому мне кажется, что, наверное, скорее всего, там не придется стричь. Там не будет. Прям буквально под навес у нас будет бордюр из лаванды. Да, моя косичка, ты поснулась, и моя селанечка. Друзья мои, осталось использовать последние приемы. Это розы. Это розы, мои хорошие. Сегодня дождь, у нас вчера дождь был. Вот, погода такая мерзкая, нехорошая. Вот, обещались вчера, вроде нам говорили, что сегодня начнут копать вон там. Из-за него опять тормоз с забором. Но забор мы успеем сделать все равно. Это допоздна, можно до сильных морозов, нам фирма сказала. Так, ну а здесь на креслице не могу не показать бусинку. Они все дома, на улице плохо. Холодно, что там делать-то, да? Ой, бусянечка. Ну вот, дорогие друзья, у меня тут стирка еще идет, шумит, все убираю, все стираю, закрываю сезон закаток. Значит, вот, мои дорогие друзья, у меня, я сделала 3 баночки, значит, и сделала еще, показала вам уже ведро по-корейски томатов. Вот слюна уже потекла, потому что это очень хороший и вкусный рецепт по-корейски. Я сделала 2 порции. Так, вот смотрите, вот эту банку я решила под пластмассовую крышечку и сразу в холодильник уберу. Это соленые. Как я делала соленые, как я солю вообще помидоры. Огурцы у меня есть на канале «Вкусная минутка с Еленой». Ссылочка внизу в описании под видео, проходите, смотрите. А это я закатала, как вам я и говорила. Значит, на одну 3-литровую банку у меня уходит 1 столовая ложка такая, ну, с небольшой горкой соли и 3 столовые ложки сахара. И под конец я выливаю сюда 1 столовую ложку 9% уксуса. Смотрите, зеленые томаты я заливаю 2 раза и на третий рассолом. Это очень важно, потому что они тверденькие. Вот, видите, как видите, ничего тут не треснуло. Залито 2 раза. Так что, дорогие друзья, готовьте, пробуйте. Это очень-очень вкусно. Всем советую. Получается, как вот раньше вы покупали в магазине зеленые томаты. Ну, конечно, там чисто зеленые-зеленые, но здесь у меня они бланжевые, бурые. Вот эти вот томаты, видите, они вот-вот начинали желтеть. Вот здесь вот уже готовый вариант. Ну, и где-нигде я бросила по 1-2 спелые, но не чересчур спелые, для того, чтобы баланс такой был. И вот смотрите, перец, змейка, паприка я добавила. Вы можете добавить для красоты, для вкусности. Здесь у меня и листья вишни, листья смородины, укроп, петрушка. Видите, какой вот он длинный, змей, змейка, паприка. А здесь у меня тагараши, шишита. Вот, везде добавила. Так что, дорогие друзья, готовьте, пробуйте. Чесночок здесь. Ну, приправы, какие вы пожелаете. Перчик черный, перчик душистый горошком. Вот как-то так.